Невроз – это инвалидность. Это вы что-то не можете делать, что делают другие люди. Пойти на работу, начать новый проект, я не знаю, пользоваться общественным транспортом там, и так далее. Да, не можете вступить в отношения. Это штуковина, при которой вы должны уже начать работать психикой, как с поломанным, ну, не сломавшимся. Потому что если сломавшийся, тогда к психиатрам. Люди зачастую очень поздно осознают, что дело действительно вот в керосине уже. Ну, то есть не просто пахнет, а уже глубоко замариновано керосином.